Добрейшее утро, дорогие мои друзья, просыпаемся. Вас ждут великие дела. Я с утра уже провернула несколько великих дел. Приехала уже, очень важное я сделала. В общем, вернулась домой. По пути купила я продукты. Давайте расскажу, что. Морковка мелкая была такая, знаете, прямо вообще и выбора не было. Бананы зелененькие, позеленее, потому что они зреют быстро, в общем, такие я люблю. Курица. Это для светлого. Готовить надо, замариновать, приготовить. Дальше, для светлого купила сосиски. Кину в морозилку какие-то, а какие-то в холодильник, потому что он завтракает сосисками утром. Штук 4-5 он сразу съедает, потому что взяла, раз уже я была по пути, взяла сразу, да сейчас я у него спрошу, сколько ему надо, пока кину в холодильник. Вот, пусть завтракает, хоть что-то, если то, слава богу. Две соли адыгейские, абадзехская, моя любимая. Ну, одна у меня пачка есть, не открытая, но так как я всегда пользуюсь в основном этой солью, и она уходит быстро, я купила две про запас, потому что непонятно, когда еще могу поеду. Три огурца, три помидора купила. Ой, снова купила, потому что вот это вот, знаете, говорю, тысячу раз говорила, не буду покупать овощи. Но раз съели, ладно, салат покупила, думаю, пусть будет. Может быть, еще сделаю салат. Пачка чая Тесс. Ну, я вообще взяла черный, какой попался, вам честно скажу, потому что я не знаю, какой. Я пью заварной в своем чайнике. У меня мужики любят такой пакетированный, пусть пьют, какой хотят. В общем, еще взяла две бутылки масла растительного. Я не знаю, кто там говорит о том, что какие-то цены взлетели, еще что-то, там очень много всего платить. Ничего в магазинах нет, в магазинах всего завались. Еще две муки я купила, вот такие. Ну, мука у меня всегда уходит, я и торты пеку, и хлеб пеку, и два по 2 килограмма я взяла, потому что она расходится моментально у меня. Все вот это, что я вам показала, я купила на 1738 рублей. Но я не считаю, что это много. Цены вот прям как там кричат, что они выросли, ну не выросли, это магнит обычный. Все, друзья мои, вот и вся распаковка. Муку, наверное, знаете, что вынесу на балкон. У меня там она всегда ждет своего часа. Макфа была килограммовая, чтобы не брать вот это вот, народ не пугать, что я взяла там 4 пачки по килограмму макфы. Я взяла староскольская, и она вроде нормальная, потому что староскольская ржаная мне очень понравилась. Взяла я обычную пшеничную староскольскую, посмотрим. Макфа была килограммовая, говорю, что вот это вот 150 упаковок не тащить, взяла, решила такую попробовать. Ну, я думаю, нормально будет, как и обычно. И сейчас хлеб поставлю, потому что хлеба нет. Я не пекла ни вчера, ни позавчера. Давайте мою закваску вытащим. Где тут она, моя красавица, выросла, вот она. Я ее сейчас покормлю и где-то через часок поставлю. Ну, давайте с вами покормим. Сейчас руки сполосну, погодите. Я пока ездила, у меня посуда помылась. Да, моя девочка. Девочка в шкафу закрыла мою сладкую малышечку. Случайно. Сколько? 2-3 дня у меня стояла закваска в холодильнике. Перед тем, как ехать в Рязань, я ее поставила. Ну, сейчас накормлю. 2,5 ложки сюда бахну. Вон, видите, как она у меня все подошла. Это в холодильнике она так выросла. И холодной водой. Что сегодня буду готовить? Не знаю, может, мне так хочется картошки жареной. А может быть и не только жареная, может запеченная картошка, как была у Зои Афанасьевны, с лучком поджаренным. Она поджарила лучок, морковочку. Наверное, чуть-чуть проварила картошку такими кусочками. И отправила в духовку вот с луком, с морковкой. И это было так вкусно. Может, такую сделать, какие-то салаты. Или грибочки можно открыть. Светлому курица будет. Ну и хлеб. Не знаю. Сейчас буду придумывать. Все. Покормила, пусть стоит с ложкой. Буду замешивать тесто, прям отсюда возьму. Ничего страшного.
часик пройдет, чтобы она пришла в себя. И будем ставить. Ой, тихо. Я пошла переодеваться. И хоть надо чайку, я хоть вскипятила чайник, пока уезжала, чтобы была вода у меня в моем графине холодная попить. Но сейчас горячая, не остыл еще чайник. Сейчас остынет. Пить-то хочется. Погода минус 5. Вообще, это весна называется. Честно, у меня аж... У меня сил нет. Я хочу, чтобы поскорее уже было тепло. У меня, видите, на носу. Смутилась. Все.